Национальная научная библиотека пригласила коллег отметить свой профессиональный праздник. История библиотечного дела в нашей стране насчитывает около 300 лет. Праздник отметили конкурсами и презентациями. Редкие издания мировой классики, уникальные экземпляры книг времен Петра I и первую осетинскую грамматику смогли увидеть все посетители. Ну, у нас такой дружный коллектив и сплоченный. Особенно если дело касается каких-то праздников, организации мероприятия, мы бываем как семья. У нас все проходит весело, закурно. За годы своего существования работа библиотеки во многом изменилась. Отдел культуры проводит выставки, занимается издательской и инновационной деятельностью. Здесь открыта единственная в Северокавказском федеральном округе мобильная библиотека «Киба». Вместе со старшим поколением с интересом работает и молодежь. Мы очень ждем пополнения новых кадров. Мы надеемся, что самые лучшие поведут нашу библиотеку в будущее. Молодежь, которая в дальнейшем, может быть, выберет профессию библиотекаря. Работа библиотеки с каждым годом меняется с учетом современных тенденций. Оцифрованные издания редких экземпляров 17-19 веков скоро будут доступны всем желающим. А для студентов и учеников готовятся дистанционные упражнения по русскому языку и литературе. Наталья Алексеева, Атаман Шипшев, Осетия ТВ.